Всем привет! Продолжаем гулять, знакомиться с выставками, которые проходят в Ирарте. Мое любимое место недалеко от моего дома, поэтому я достаточно частенько туда захожу, знакомлюсь с новыми работами. Так вот, выставка Вадима Соболева, известный в сети питерский фотограф, предпочитающий в своих работах самые обычные бытовые сценки. Да, действительно, фотографии абсолютно обычные, спокойные. И я хочу сказать, что эта выставка, если честно, ну, что-то такое супер-пупер на меня не произвела впечатление. Необыкновенная работа. Выставка на районе называется. Она показывает обычный город. В каждом городе полно недостатков, как и у нас в Питере. В нашем Петербурге не только парадные, но и есть еще районы, где действительно они не парадные. Но вот, между прочим, лучшие фотографы всегда на слуху. Их работы прекрасны, вы же понимаете, да? А вот Соболев после случая на одной из съемок решил стать худшим фотографом. Вот он написал, что надо создать ассоциацию худших фотографов, что пора уже обвинить тех, кто никогда никого и не просится улыбнуться. И была создана группа ВКонтакте, АХУФО называется, ассоциация худших фотографов. Кстати, там 56 подписчиков, как пишут здесь в анонсе. Фотографии близки среднестатистическому горожанину, конечно, действительно простые фотографии. Автор беспристрастно снимает мир, в котором обитает сам. Это панельные кварталы Купчино, видающие красоту Васильевского острова, ветхие дворы. Вот, собственно говоря, все, что я вам хотел показать. Выставка Вадима Соболева, которая называется «На районе». Как мне показалось, это просто проходящая выставка. Ну так, для того, чтобы быть в теме, я просто показываю, какие выставки есть, какие есть фотоработы. Все, пока. Всем привет, до свидания. До следующих встреч.